large electronic devices in just a few minutes while we power those down completely. You may continue to use small handheld electronic devices in airplane mode. If you have a connection in Charlotte this morning, our scheduled arrival gate is C-15, that's Charlie 15. You can get updated gate and flight information at AA.com from your phone after landing, or just visiting one of our departure monitors inside the terminal upon arrival. If you are terminating your travels in Charlotte, прибыл в Шарлотт. Что-то я не вижу своего рейса на Монреаль. И в билете не написан гейт. Но у меня есть 6 часов, чтобы разобраться и найти. Покатаемся на дорожке. Все равно делать нечего пока. Мне надо спросить у кого-то, где вообще мой гейт. Почему на табло не показывают пока? Я думаю, еще рановато, то, чтобы его показывали на табло. Сейчас $800 на канадский доллар. Здесь стоял курс Quick Exchange. Наконец-то я нашел в Шарлотте. И где-то 900 чем-то вышло. 905 канадских долларов. Я только что наконец увидел свой гейт, он E15, мне нужно направо и пройтись, теперь можно расслабиться, хоть посидеть возле гейта там, покемарить, а здесь просто херанули эти перекладины, ходунки, чё мелочиться, ходить. Просто 4, нет, 1, 2, 3, да, 4 ряда поставили. Только что приземлился в Монреаль. Точное время 10:44, как и в билете было написано. Это удивление. Точь-в-точь. Что здесь все базарят по-французски? И самолете я слышал, и вообще. Сейчас. Здесь называется аэропорт Юл. Здесь идти просто много. До выхода. Надеюсь, здесь на улице будет не холодно, так, чтобы я смог хотя бы в таком свитерке ходить и в майке. Я смотрел через окно самолет, он вот ночной, Монреаль, он просто огромный. Но вот эти постройки вокруг, такое широкое пространство.